Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать вам о прекрасном аюрведическом препарате релаксин. Это натуральное средство для лечения желудка и различных проблем с ЖКТ. Это абсолютно безопасное средство, которое действует на нашу пищеварительную систему, успокаивает и расслабляет кишечник. Он идеально подходит для людей, которые находятся в постоянном путешествии. Знаете, как оно бывает в путешествиях? Мы часто пробуем какую-то уличную еду, и непонятно иногда, из чего она сделана, и после могут быть различные проблемы с животом. Так вот, релаксин – это прекрасный препарат, который можно брать с собой во все путешествия, быть уверенным, что с вашим ЖКТ все будет в порядке. Если вы будете употреблять релаксин, то после каждого приема пищи вы испытаете комфорт полностью расслабленной пищеварительной системы. Это абсолютно безопасное средство для лечения желудка, проблем чрезмерного газообразования в кишечнике. Оно безопасно действует на пищеварительную систему, чтобы успокоить и расслабить ее. Также релаксин помогает пищеварению, способствует аппетиту и предотвращает попадание различных пищевых ядов в организм, также газообразованию и диарею. В релаксине существуют такие ключевые ингредиенты. Первое – это трава Leucas aspera, еще ее называют зумбай, она растет в Индии и чаще всего используется именно в лекарственных препаратах. Листья айвы в препарате помогают в борьбе с язвой желудка, также является противогрибковой и противовирусной, а также проявляет определенную противомикробную активность. Имбирь в релаксине используется при лечении метеоризма, рвоты, различных спазмов, коликов и других проблем с желудком. Эффективная пищеварительная помощь и естественное средство от тошноты. Черный перец в препарате используется при желудочно-кишечных расстройствах. Он облегчает процесс пищеварения и делает его более легким и спокойным. Кардамон в релаксине снимает чувство тошноты, синдром раздраженного кишечника и накопленные газы в желудке. Также он укрепляет пищеварение. Ажгон растение полезно при боли в желудке, при гастрите, при метеоризме, при повышенной кислотности, анорексии. Также помогает минимизировать воздействие различной бактериальной флоры внутри кишечника и успокаивает его общее состояние. Препарат релаксин существует в двух формах. Это капсулы и сироп. Капсулы выглядят как зеленые такие, еле зеленые таблетки. В упаковке 5 блистеров, в каждом блистере по 10 капсул, то есть всего в упаковке 50 капсул. Аюрведические врачи предлагают принимать препарат 2 капсулы после каждого приема пищи. Дети могут принимать по одной капсуле после каждого приема пищи. По поводу сиропа. Он выглядит вот так, и сейчас я вам покажу его на ложечке. Пахнет сбором трав. Ну, такой немного рисковатый запах на самом деле. А выглядит этот сироп. Розовая жидкость. Вот, по-моему, в детстве был такой сироп от кашля, но похожим видом пах и такого же цвета был. Даже могу его попробовать, чтобы вам прям рассказать так из первых уст. Знаете, такой травяной вкус, как у лекарства. Сложно назвать очень вкусным, но зато натуральный. Аюрведические врачи рекомендуют его дозировку 15 мл после каждого приема пищи. 15 мл, то есть это пол столовой ложки. Я желаю вам быть здоровыми и следить за своим здоровьем. До свидания!